Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны. Бандера наш герой! Адекватного народа. И отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает. Украина не только располагает секретными биолабораториями, говорит Нуланд. То, чем они там занимаются, настолько опасно и страшно, что она очень беспокоится, что так называемый материал исследований попадет в руки русских. Нашу реакцию не описать приличными словами. Скажу, что у меня отвалилась челюсть. Под присягой на открытых слушаниях в Сенате Нуланд подтвердила, что так называемая дезинформация русских, то, что они называли ложью, теорией заговора, бредом, в который верить просто аморально, на самом деле абсолютная истинная правда.